fake it. I don't love you like I used to. Oh, it's a tragic story, but it happens all the time. Всем привет, мы с вами снова играем Sims 4 Вампиры. И у нас великолепное, прекрасное осеннее утро, и мы сейчас у Лилит. Всей семьей Лина тоже была здесь, но сейчас Линочка отправилась домой, потому что у нас там один Дэниел. А до этого с Дэниелом сидел Тейлор, и сейчас Тейлор с Линой и с Дэниелом. Почти семья. В общем, мы сейчас у Лилит, они тут хвастаются способностями. Лилит была похищена этими пришельцами, ну почему-то уже прошло, наверное, прошло уже 4 часа, как-то неудобно расположено, все мне не очень все видно. В общем, Лилит вернулась только что с больнички с вот таким малышом. Посмотрите, какой он классный. Я назвала его Эрик, и это для меня, конечно, достижение, потому что у меня все именно Джордж, Дэниел, Джек и прочее. Вот, у него все прекрасно. Давайте пойдем еще полюлюкаемся с ним. Там побаюкаем, поваркуем. Тут все летают, вампиры. Тут, типа, я поставила типа закуски, ну, естественно, как бы никто не ест. Ну, не знаю, мне кажется, ну, еда это так уютно всегда. Поэтому всегда ставлю, но, конечно. Я сейчас поняла, что мы живем. Знаете, где мы живем? Напротив кладбища. Это кладбище. Ужас какой-то. Я бы так не хотела ни за что жить. Здесь столько людей, можно, конечно, пойти с кем-нибудь познакомиться, но Гарри у нас не хочет ни с кем общаться. Он такой замкнутый, сидит за компом, что-то там делает. Лилит что-то... Это, конечно, очень странно выглядит. Блин, мне неудобно со стенами. Давайте мы их все-таки уберем. Конечно, нереалистично, но так, кажется, лучше выглядит. Гарри с Лолой вообще плохо очень ладит. Вообще, Гарри как-то, не знаю... Ну, для семьи, для Лилиты Генри, как бы все нормально. Генри, да, тебе? Дэвид, ой, простите. Для Лилиты Дэвида он как бы нормальный ребенок. Но Лола заподозрила что-то не то. И она не может понять, что с ним не так. Как вы видите, у нас проблемы с бюджетом конкретные. И Дэвид скажет Калибу, что... Так, подождите. Вот так я сделаю. И вот так. Он скажет Калибу, что так и так. Как бы очень тяжелое сейчас, ну, тяжелое положение в семье. Денег не хватает. Плюс еще ребенок, плюс еще Гарри. Мог бы ли он устроить его в эту школу вампирскую, чтобы он там, ну, как-то поработал, что-то как-то какая-то подработка была. Хоть кем, хоть, блин, уборщиком, хоть кем. Калиб говорит, да, конечно, ты можешь вести там некоторые уроки и, да, зарабатывать деньги. Так что, может быть, сегодня мы вместе туда отправимся и проведем несколько уроков. Пусть он посмотрит, типа, обучение. Но так как с деньгами реально напряг, мы пойдем сейчас пособираем немножко камешков. Пособираем вот эти растеницы. Ну, растения очень мало дают чего-то, поэтому лучше искать, конечно же, камни, либо идти на рыбалку. Ну, сейчас мы... А, это грибы, там тоже будут копейки. Вот, и дерево прекрасное. Классное, какое красивое. Так, ну, тут уже все дома, дома, дома. Вот здесь вот что-то растет. Ну, блин, это все так мало дает. Лучше, конечно, камни искать, но что-то... Мало здесь камней. Есть рыбалка. Давайте пойдемте на рыбалку. У нас еще там... У нас еще и жажда. Это что такое? Заболел он. Ужас. Лилит отжимается. Вообще, кто что делает? Вообще странная семейка. Так, у нас все прекрасно тут, в принципе, жажда вот.
Так, Лола в школе. Кстати, скоро день рождения у Лолы, потом день рождения, по-моему, у Дэниела, потом день рождения у Гарри. Короче, у нас одни день рождения. Это вообще, конечно, очень весело. Не знаю, сделали ли они домашнее задание, но как бы я их, я им не родитель, поэтому пусть сами разбираются. У них тут любовь, морковь. Так, давайте выпьем крови. И ты, Калеб, съешь плод. И я думаю, сейчас мы отправимся уже в школу вместе с Дэвидом. И проведем несколько уроков. Потом, наверное, пойдем домой. День рождения друга. Так, все не перестают обсуждать день рождения, на который Лола не была приглашена. Она считала именинника своим другом, поэтому ничего не понимает. Стоит ли ей спросить об этом друга или просто забыть? Давайте спросим. Что ж, разговор не удался, Лола не получает никакого ответа, и теперь друг всячески ее избегает. Ну и не надо, кому вообще нужны такие друзья? Кстати, у нас буквально скоро на днях будет... Ну, короче говоря, подростки... дети стали вампирами, и для них как бы устраивается типа бала, что ли, там они знакомятся с другими вампирами. И потом, типа, начинаются занятия, обучение в вампирской школе и все такое. И как бы Лина тоже, типа, вампир. Ну, как вы понимаете, она не вампир, но он так думает, что вампир. И когда он стал подростком, она в этой школе поймет, что у нее нет способностей. Потому что способности развиваются только в школе. И пока она не в школе, то еще ничего. Ну, когда она будет там, понимаете, да? Поэтому Джеймс сейчас попробует поговорить с Калебом, но он никак... Никак не хочет с ними разговаривать почему-то. Так, стоп. Вот мы сейчас с ним поговорим, что надо как бы что-то делать, потому что скоро, ну, все узнают, что она не вампир. Нужно что-то придумать, чтобы сделать ее вампиром. И, ну, в общем, вы меня понимаете, что нужно ее превратить в вампира, причем срочно, потому что балла, скорее всего, будет или в следующей серии, или через серию, там посмотрим. И как бы у нее друзья вампиры, да, и она как бы считает себя вампиром, но она не вампир. И это может быть опасно в том случае, если все узнают, что она не вампир. И плюс, ну, бывают такие плохие вампиры, из-за которых могут быть проблемы. И, как вы знаете, человека легко убить, в отличие от вампира. Вот, поэтому нужно об этом подумать. Мы еще с Калебом сегодня пообщаемся и решим. И сегодня, так как будет этот бал... Мы с Линой отправимся в магазин за платьями, чтобы выбрать ей прекрасное, типа, бальное платье. Я думаю, вам будет интересно. Наверное, Джейн не пойдет с Линой, а с Линой пойдет ее подружка. Я вас сегодня с ней познакомлю. Так, а сейчас давайте-ка мы отправимся, наверное, уже в школу. Ой, он, конечно, заболел конкретно. Давайте тогда увидимся уже там. Мы на месте. И Калеб как-то очень странно одет. Мне кажется, нужно переодеться. Ой, Дэвид заболел. Так у нас все черное здесь. Оденемся потеплее. И так, нам нужно сначала типа постучаться. Сейчас нам откроют. Калеб полетел куда-то. А, он решил просто зайти. И это очень странно сейчас было, конечно. Так, сейчас стены поставлю. Начнем собрание. Вот, и пойдемте заниматься в наше потайное логово. Тут кто-то плавает, кто что делает. Вообще у нас вот три новые ученицы, три вампирши. И мы их типа обучаем. И Дэвид их будет обучать тоже. Калеб, вообще-то ты должен физрой заниматься. Пойдем заниматься спортом. Разминка вместе. Давайте бежите все сюда. Бегите заниматься спортом. Это что-то круто и здорово. Потом пойдем на органе поиграем. После Лилит уроки не ведет уже, потому что, ну, у нее дети не до этого, а деньги как бы нужны. И вот Дэвид хочет поучиться. Вот, вот смотрите, вот такая прекрасная симочка. Как тебя звать? Вот такая прекрасная симочка. А, она решила так позаниматься. Как вас звать всех? Вера! Евгений, ну, понимаете, кто-то не заморачивался насчет имен. И вот такая вот рыжая. Ее не видно, к сожалению, но они все симпатичные, мне очень нравятся. Да, спортом вы, конечно, отлично занимаетесь. Из вас вампира нормального не получится. Вот, вот, вот такая вот. Но они сейчас без косметики, потому что они в спортивной одежде. Ой.
Один Калеб, короче, занимается. Дэвид, я вообще не знаю, где лазит. Ну, пусть он, типа, осваивается, как-то тоже будет. В принципе, он может вести предметы, которые вела Лилит. Чё он там вела? Орган. И чё-то... Я не помню, что еще нужно посмотреть, что она еще вела. Вот. Молодец. Занимаешься. Можно пойти речи поговорить. Но вообще, я пошла бы на органе поиграла. Хотя мы это не ведем. Но почему бы и нет? Почему бы и нет? А, мы так не можем сделать. Ладно, не могу ими управлять. Так, это кто ходит? Эдвард Лоренс. А, это из секты, хотела сказать. Господи, как это... Из клана. Тут еще из клана люди, они как бы тоже здесь. Вот это вампирша, вот эти вампиры. А, вот Дэвид общался с вот этим вампиром. И вот эта женщина, она просто шикарная, прекрасная, вообще красивая. Очень мне нравится. Сейчас скажешь, ты чего не занимаешься? Да, я так и знала, что так скажет. Так, мы вернемся к Калебу. Он решил пойти поплакать, потому что никто ничего не делает. Мне нужно ими управлять, потому что они такие лентяи, вообще ужасные. Дэвид, ты вообще что там делаешь? О, так, он в телефоне сидит. Как тебя тут? Как тебя? Блин, господи. Да ё-моё, Генри. Вот, это он, Генри, его... перепутала с ним. Такс, это Лаура. Кстати, мы с Лаурой и Сэмом не виделись уже 300 миллионов лет. Это ужасно. Ну, блин, просто очень много событий, как бы в серии не получается уместить все, к сожалению, поэтому да. Увы и ах. У нас плохо с гигиеной и жаждой. Я думаю, пойти кого-нибудь укусить. Как вы думаете, ребят? Если, конечно, я кого-то найду здесь. Я уже нашла. Пойдемте покусаем. Нечего по Forgotten Hollow ходить. Forgotten Hollow осенью просто великолепный. Великолепный, шикарный город. Так. Определение характера. Пить кровь. Принудительно долго пить. Я вот здесь вот... собрать урожай кровавых плодов, и мы цель нашу повысим. Но я не помню, где у меня дерево. Ну, здесь оно вряд ли будет, конечно. Нужно посмотреть в багаже семьи, есть у меня там дерево. Было бы круто, если бы мы исполнили эту цель. Я думаю, Калеб был бы очень-очень рад. Калеб, лети сюда, а то тут эта дама ходит по Forgotten Hall, по вампирскому городу и танцует. Сейчас мы прилетим, тебя покусаем. И танцевать ты, конечно, уже не будешь. Да, да и да. Давно мы не пили кровь, я уже даже забыла, как это делается. Да, нужно вспомнить. Вот, смотрите, спортсменка наша бегает, молодец. Я, наверное, закончу собрание на сегодня. О, у нас 1000 очков, ничего себе. Отправимся домой. Дома еще 300 дел. Скоро Линочка вернется со школы. Нужно сделать домашнее задание, встретиться с своей подругой. И у нас были какие-то дела, и я, к сожалению, забыла. Почему-то он напряжен, потому что, да, без разрешения. Пил, ну да, что поделать, Калеб, ну ты не грусти, ничего страшного. Так что, да, ребята, вернемся мы домой. Да, мы удовлетворительно учимся, к сожалению. Так, ну что поделать, как у нас там дела вообще? Так, у нас все великолепно, пойдем с Джейн общаться по поводу Лины, что нам делать. Как нам быть, как ее превратить, чтобы она сильно не заметила? Хотя это сложно не заметить, потому что ей, скорее всего, будет не очень хорошо от этого. В общем, пойдем с Джейн пообщаемся на эту тему. И подождите, я хотела посмотреть, есть ли у меня мое дерево. Ну, вроде бы я его забирала. Да, дерево. Это же оно? Да, это оно. Куда мне тебя поставить? Вот сюда, смотрите, здесь прям уголочек для него. Это что, он такое маленькое? Ой, крошечное какое. Давайте мы его польем, наверное. Лина, давай ты его польешь, потому что ты тут ходишь. Я не могу полить. Не надо поливать. Пропало. Ну, давай, пропали. Она бы хотела вообще с Дэниелом там поговорить. И Дэниел, крошка, где моя? А что тут стоишь? Иди в дом. Иди в дом, играй. Нужно тебя покормить. Мы сейчас что-нибудь приготовим. Джейн что-нибудь приготовит для тебя вкусненькое. Алина, я хочу, чтобы пописала в дневничке своем. Я не помню, где он находится. Вообще,
Я не знаю, мне что, переезжать в новый дом, что ли? Как вы думаете? Потому что, блин, что-то как-то комнаты для Лины нет. Где мой дневник? Вот мой дневник. Мы идем вот сюда. Попишем в дневник и напишем про наш день рождения и про ребеночка Лилит. Вот. Писать в дневнике. У Калиба все желтое из-за настроения. Ну да, есть такое. И мы пойдем сейчас что-нибудь приготовим для наших детишек. Она сама пошла готовить. А, пошла выбросить испорченную еду. Ну, это тоже хорошо. Понятно. Угу. Понятно все. Так, готовить. Что мы приготовим с вами? Сейчас обед ближе к вечеру, даже я бы сказала. Давайте мы сделаем запеканочку. Запеканочка, это, по-моему, великолепно. Вот Алина пишет, что был обалденный день рождения. И они с Тейлором стали парой. Хотя она даже никогда не думала, они как бы очень долгое время дружили и вместе гуляли, там устраивали, ну, шалили, блин, и все такое, как дети, да? И вот, вот так вот произошло, и теперь они как бы встречаются, и для меня это очень странно, ведь это первая, типа, любовь. Вот, но она очень рада, конечно же. И да, скоро бал, чему она тоже очень-очень рада, и сегодня они поедут с её подругой выбирать платье, что-то минусы какие-то почему-то. Вот, что она была у Лилит, у нее там родился ребеночек прекрасный, что вообще все великолепно. Кстати, она у меня задира по характеру, конечно, получилась, ну да. Не без этого, не без этого. У нас есть лимонадик, можно сделать, ну и здорово. Мы сейчас позовем нашу подружку, ее зовут Лейла. И мы ее пригласим на свой участок. Если она не придет, мы тогда сделаем, ну, вот это в клубе, типа. Чтобы она точно пришла к нам. Сейчас мы посмотрим, придет она или нет. У нее отличные мудлеты, ведение дневника и дом, милый дом. Надеюсь, Лейла придет. Я буду следить за ней. Окей, значит, мне придется использовать клуб, чтобы она ко мне пришла. Хотя мы хотим сейчас есть. Ну, можем, как бы, чтобы она тоже поела. Ну, блин, тогда все сюда придут. Давайте я сейчас попробую сделать еще один. И ее только позову. Там что-нибудь, не знаю, напишу там. Что-нибудь. Поставлю тут вот так вот. И добавлю ее. Если она у меня есть. Она у меня есть. Вот, ну, давайте сделаем общение. Вот, будь дружелюбным. Окей. Все, и мы начинаем собрание наше. Сейчас она, надеюсь, придет. Я проверю. Мы хотим есть, кстати. Сейчас она приготовит запеканку, Джейн, и пойдем поедим. Надеюсь, Лейла придет. Я что-то ее не вижу. Почему ее нет? Это что значит? Здравствуйте, я и так на собрании. Что я не так сделала? Места встречи нет. Ну, давайте сделаем вот так. Правила, члены, деятельность. Это чего? Ой, ладно, давайте, в общем, всех, что ли, позовем. Блин, ну, с вот этой мы практически не знакомы. Это наш парень, это наш подруга. Ладно, давайте мы сначала поедим, короче говоря, все-таки. А потом уже разберемся, кого звать. Вот запеканка наша готова. Красивая, классная, вкусная. Вот, куда-то она поставила так далеко. Давайте мы возьмем порцию. Ой, Калеб не в настроении. Да, он выпил кровь, он не в настроении. У нас плохо с гигиеной еще. Пойдемте примем ванну, может быть, мы успокоимся, душ, точнее, примем. Так, вот, поразмышляй, короче. Блин, у него ужасное настроение, короче. У Джин с жаждой проблема, но людей здесь не найдешь, конечно же. Поэтому придется... Хотя, это кто идет? Кто здесь под елкой ходит? Лейла все-таки пришла.
Поздновато она пришла. Давайте мы ее позовем, что ли, тоже поесть. Хотя, блин, захочет, сама возьмет. Вампирам, может, ей нельзя есть, я не знаю. Так, Джейн, ты попила, но тебе нужно еще, конечно. Это очень мало. Вот, еще попей. Чтоб точно. Так, ты сейчас поешь. Дэниел, а где твоя еда? Я думаю, ты там что-то ешь. Джейн, пожалуйста, ты там поставь ему что-то. Дать еду. Ну, вот, просто дать еду. И мы его покормим овсянкой. Чипсы не надо, чипсы нам никакие. Поставь ему, пожалуйста, овсянку, пусть он кушает. И у нас плохо с бодростью. Ну, думаю, он сам сходит наверх. Понятно все? Все понятно. Мне все понятно. Начинается в колхозе утро. А, давай его отпусти, он сам возьмет запеканку себе. И раз вы не можете его покормить, мы сами все возьмем. Так, ставь его, пожалуйста. Отпускай ребенка, да. И мы пойдем сами возьмем запеканочку. Вот эту. И, наверное, пойдем потом поиграем, может, поспим, не знаю, посмотрим. Может быть, пообщаемся с родителями. Вообще, мы спать, конечно, хотим, а детям нужно спать как можно больше, да. Все, он побежал. Ребята, сейчас будет модель, я думаю. Сейчас будет модель. Я знаю, вы любите это. Ну-ка. Да, это его любимое место. Странно, почему он не пошел туда. Эх, вообще он здесь всегда сидит. И он всегда модель. Ну, сейчас она решила сесть на другое местечко. Так, Лейла не стала ничего есть. Лина куда-то... Я думаю, что нам нужно сделать домашнее задание. Что-то я не поняла. В смысле переместить? А сделать? Сделать домашнее задание нам не надо, что ли? Если было все так просто. Ну, давай, перемещай, что ли. Ты же... А, это старое. Ой, все, я поняла. Убери его в багаж, оно нам не нужно. Должно быть... А где домашнее? Чего? Так, домашняя работа мне нужна. Вопрос. Где домашнее? Это старое, я вижу. Это какие-то карты. Так, никто меня не любит. Никто никогда меня не полюбит. Чем вообще жить? Лина бы так не сказала. Лина бы так не сказала. Я не поняла, у меня нет домашнего задания. Интересно. Я что, куда это его делала уже, что ли? Я вроде бы ничего не делала. Странно. Ладно, пойдемте в туалет. Ой, сходим в туалет, Вот сюда. У меня что-то с компьютером. Он сломался. Джейн, пожалуйста, можешь? Нет, Калю, пойди все-таки почини его или вот, да, замените. Как-то будет попроще, я думаю. Джейн, вот можешь с Дэниелом пообщаться? Где Дэниел вообще? Он, наверное, спать пошел, да? Он грустненький. А, вот Калю где. Ему нужно еще поспать. У нас плохо с бодростью уже. Очень плохо. Да, и что-то он грустит. Сломанный кукольный домик. А кто же его сломал? Ёкалманы. Ничего себе. Давайте мы починим его. И мы потом пойдем спатеньки. Сейчас мы быстро сходим. И пойдем спать. Так, у Джейн опять плохо с жаждой. Это какой-то кошмар. Так, Лина, давай ты пообщаешься с Лейлой, расскажешь, как мы рады, что нам придется. Точнее, не придется, что мы сегодня пойдем за платьями. Сейчас мы будем болтать. Так, дать совет. Не надо давать никакой совет. Поделимся фотографиями с дня рождения, например. Я не знаю, посплетничаем. Что тут еще у нас интересного? Интересно обсудим. Кстати, Лейла очень интересный персонаж. Она вампир, но ее родители и вообще никто из ее окружения об этом не знает. И она случайно как бы наткнулась на других вампиров и, ну, познакомилась. И как бы вот сейчас тоже будет ходить в эту школу. Кстати, Лина у нас достаточно крупная девочка. Вот. Но если хотите подробнее узнать про Лейлу, то напишите в комментариях. Я думаю, вам было бы интересно. Узнаем, как у нее прошел денечек.
Так, расскажем ей историю, мы вообще любим рассказывать истории. Так, сейчас я проверю, как там у всех делишки. С энергией вот у нас не очень, жажда у нас не очень. Ой, у нас вообще вечно что-то не очень. Давай пей. Кровь, которая тебя вообще не насыщает, я не знаю почему. Дэниел лег спать, но все прекрасно. И у нас с досугом не очень. И сегодня мы не виделись с Тейлором, но у нас реально не было времени. Я не понимаю, куда дело домашнее задание. Непонятно мне. Я хотела взять домашнее задание. Я не знаю, куда я его дело. Может, я кое дело. Я не знаю, куда она пропала. Может, я что-то надела. Да, вы, конечно, у меня классно здесь общаетесь через всю комнату. Блин, жалко, мы с Тейлором не успели встретиться. И, блин, нужно встретиться с Лаурой, с Эммой, как у них там дела. Может, у них там тоже дети, семья. Я не знаю, что у них там произошло. Хочется, конечно, с ними пообщаться. Но, как вы видите, вообще не хватает времени. Тогда у меня будет серии по часу. И я думаю, вам будет очень скучно их смотреть. Вот. Так что да, ребят, думаю, что на этом я закончу эту серию. Сейчас мы пойдем с Линой и с Лейлой в магазин выбирать платье. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже как бы помогли мне выбрать платье для Лины и написали, какое платье вам очень понравилось. Еще, может быть, я сделаю опрос в группе ВКонтакте. Вступайте, кстати, в нее обязательно. Там важные новости, конкурсы и все такое, поэтому вступайте обязательно. Вот, может быть, я там сделаю опрос, какое нам выбрать платье для, ну, для этого бала. И мне кажется, было бы здорово, если вы мне помогли. Так что вот, еще хочу сказать огромное спасибо за то, что вы так быстро собрали 100 лайков. Это было очень приятно и очень неожиданно. Я была в шоке, потому что я только сняла серию, тут смотрю, уже как бы надо снова снимать, потому что вы уже 100, ну, так быстро набрали. Вот, поэтому давайте попробуем снова набрать 100 лайков, потому что, не знаю, мне очень приятно видеть, что вы хотите серию, и я стараюсь быстрее ее сделать, чем когда я просто сняла серию, и такая думаю, блин, надо снимать, в итоге откладываю, а так я вижу, что вы хотите серию, вы спрашиваете, когда серия, вы собрали 100 лайков, и мне хочется реально делать быстрее серию, поэтому давайте снова попробуем собрать 100 лайков, мне будет очень приятно, и я выпущу серию как можно быстрее. Вот, так что да, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, пишите, какое платье вам понравилось больше всего, вступайте в группу ВКонтакте обязательно. И да, я с вами прощаюсь, наконец-то не буду вас мучить своей болтовнёй. И да, всем пока-пока. You should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, was it you who saw me first? I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Didn't catch your name over this crowd. Girl.
Girl, you should wear a name tag. Cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag.